ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Starstable Online. Посмотрим, какие же шебутные лисята оказались на тыквенной ферме, какая ярмарка со скидочками вернулась к нам, какой бесплатный предмет добавили в бонусную лавку в Морланде, ну а также поговорим о том, что ждет нас не только на следующей неделе, но и в следующем месяце. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! На тыквенной ферме Джаспера в осени появилась некая проблема, и называется она «Очень активные лисята». Добавилось задание «Озорные малыши Джаспера», по итогу которой вы откроете для себя гонку ежедневную, за которую будете получать опыт для вашей лошади. Чтобы ежедневно проходить эту гонку, вам нужно просто открыть осень, и тогда вы сможете каждый день возиться с этими шебутными лисятами. Давайте посмотрим, как же выглядит эта гонка. Я думаю, это очередные догонялки. Давайте же пробежимся и сделаем так, чтобы эти лисята устали. Нужно просто носиться по маршруту и обязательно, я так понимаю, сбивать все вот эти вот кучки листвы, которые собраны здесь. Ай! Но я не уследила. Похоже, что да, надо бы собирать эти все кучки, а может быть и не надо, я не знаю, может быть это просто они по маршруту решили так сделать. Кстати, посмотрите, какой стиль препятствий. На них стоят тыковки, которые направляют нас. Очень прикольно, очень интересная гонка, мне нравится. Нас с животными по всему Юрику очень мало активности. Было одно когда-то сюжетное, по-моему, задание с тем, чтобы найти пропавших птенчиков, птички. Но более я ничего такого не знаю. Ну а то, чтобы ежедневно что-то с животными было, дикими именно, это кажется впервые. Так, все, мы прошли. О, и лисята завалились спать, это очень мило. Лисята устали и свернулись калачиком. Мой план сработал. Вот и все. Теперь, как я и сказала, ежедневно 20 шиллингов и 125 опыта для вашей лошади. Опыта они никакого не дают. Ну что ж, с этой частью основного обновления мы закончили. Давайте же отправимся в Морланд, ибо там нас ждет новая, а точнее вернувшаяся ярмарка со скидочками. День рождения уехал, и я, если честно, в шоке, так как нигде не видела, до какого числа здесь будет находиться празднование дня рождения. А тем временем к нам вернулась сюда странствующая ярмарка, и в этот раз она привезла нам очень много сюрпризов. К примеру, здесь у нас располагаются питомцы, а вернее скидки на питомцы. И в этот раз, в последний раз, нам завезли питомцев-хрюшек, которых не было аж с весны, по-моему, 16-го года, если не ошибаюсь. А, нет, с весны 17-го, неважно. С хрюшки. Хрюшки, господа, у нас давно не было хрюшек. Раньше приезжал отдельный NPC, не помню, как его звали, который привозил как раз этих самых питомцев, как когда-то отдельно завозили нам тюленей. Но, единственное, это очень классно, здесь есть скидочки вот на таких плюшевых лошадок. Я, кстати, не помню, есть ли у меня все, но мне кажется, у меня есть плюшевая радужная дикая, а за всех остальных я не знаю. Но я лично собираюсь их всех скупить. Не знаю, правда, хватит ли мне места в рюкзаке, но очень-очень хочется. Это последний раз, я напоминаю, когда к нам приезжают хрюшки, так что если вам нравится какая-либо хрюша или же пятачок, то покупайте. Стоят они всего 70 старкоинцев. Единственное, что меня расстроило, что здесь нету чисто черной хрюшки, хотя раньше она была, не знаю, может быть, ее завезут в следующий раз, но мне казалось, что
Их, в принципе, было всего три. Вот такая вот обычная, потом, по-моему, вот такая, или вот такая вот пятнистенькая и чисто черная. Но это я могу ошибаться, потому что вживую сама лично их вижу впервые. Покопавшись в интернете, я узнала, что в общей сумме хрюшек было 9. Так что, возможно, следующая партия хрюшек как раз-таки вместе с черной, золотой, золотопегой и еще разными пегами приедут в следующий раз. Так, давайте же скупим всех этих плюшевых лошадок, потому что у меня есть несколько, и будет очень круто этих лошадок посадить в сумки к таким же настоящим магическим лошадям. Так, лисята. Лисята мне не нужны. Они тут просто продаются без скидки, я так понимаю. Хрюшки. Ай, вот с хрюшками проблема, но я, наверное, куплю только двух. Вот такую вот розовенькую и вот такую пятнистенькую. Потому что все остальные мне что-то как-то не очень особо нравятся. Ладно, ладно, еще вот такую вот большую пятнистую хрюшку. Дурашливый поросенок, рассерженный поросенок и хорошенький поросенок. А вот этот рыженький и черно-рыжий мне не нравится. Также завезли очень интересные модельки старых питомцев, которые я даже не помню, где продавались. Это щенок гаванского бишона. Кстати, очень классные модельки, несмотря на то, что они старенькие, я тоже их всех покупаю. Котята, серебряный тойгер и просто тойгер, маленький тигр. Очень классные модельки, они настолько классные, реалистичные, лучше, чем вот эти вот котята, которые раньше продавались в Форт Пинто, европейская порода. Ну, у нее моделька уже не такая интересная, как вот у этих двух. Я надеюсь, что в следующем году приедут остальные расцветки с такими же модельками. И я надеюсь, что все-таки к нам приедет черная свинья. И да, чтобы не было вопросов. В последний раз приезжают только эти хрюшки. Все остальные питомцы должны остаться в этой ярмарке постоянно. Вот, то, что, то бишь, они не пропадут. Убирают только свинок. И то я надеюсь, что их убирают, чтобы в будущем добавить новых поросят. Ну и, конечно же, скидка на лошадок. Как же не завести скидку на лошадей? Если я ничего не путаю, то скидки на данных вот этих лошадок будут до 11 октября. А на следующей неделе, возможно, приедет уже другая скидка на других лошадей. Я не могу, правда, гарантировать этого. То, что со следующей недели, по идее, начинается уже совсем другой ивент. И я не знаю. Нет, по идее, ярмарки не будет. То бишь, она длится всего неделю. Поэтому, если вы давно мечтались о пасофино, готландском пони, теннисице или же финской лошади по скидке, то самое время приобрести. У вас всего неделя. Неделя на то, чтобы купить этих красавцев по хорошей цене. Пасофино стоит 570 старкоинсов, готланды 450 старкоинсов, теннисице 570. И финская лошадь 510. Ну, а также завезли очень много вещей со скидками. Да, только не магазинчик с вкусняшками. Также здесь кладовка на случай того, что вам не хватает места или вы хотите переодеться. Кстати, в прошлый раз тут было все по-другому. Я помню, тут был настил деревянный, было как-то реально больше похоже на какую-то большую приезжую ярмарку. Так, нам приехали вот такие вот комплекты. Я даже не помню, где они продаются изначально, постоянно. Но они к нам вернулись. И, по-моему, действительно со скидкой. Очень много вестонских вещей, очень разных. Тут еще какие-то есть, но просто у меня они куплены. Одна страничка. Дороже сколько? 50 старкоинцев, здесь ничего нет. Так что действительно вещи со скидкой. Характеристики у них хорошие. То есть седла, уздечки и все остальные части амуниции, и в том числе одежда, тоже с максимальными характеристиками, даже вот эти туфли богемского блюза. Вот. Так что вот такая вот ярмарка. Неделю, ребята, неделю. Ставьте будильники, не забудьте, пожалуйста. Иначе в следующем году, или в следующий раз, в общем, когда приедет эта ярмарка, вещи там будут уже совсем другие, и скидки на лошадей тоже. Но в бонусную лавку Морланда нам завезли дополнительный предмет амуниции, который мы тоже ждали. Это сидельная сумка ночной наездницы. По-моему, уже вышел целый сет полностью, и нам не хватало как раз только сумки
Ну, возможно, чего-то еще. Хотя, мне кажется, как раз сумка-то и оставалась. Вот такая вот красивая, черная в цветных полосочках фиолетовых оттенков. Очень классно. Мне безумно нравится. И вроде бы как должен быть еще котик. Но, возможно, я что-то путаю. Да, так что вот сидельную сумку выпустили. Забирайте. Те, у кого есть лайф. Ну а на следующей неделе начинается месяц Хэллоуина. К нам возвращается Цитадель Всадника без головы или же Цитадель Наездника. На следующей неделе начинается месяц Хэллоуина, возвращается Цитадель Наездника. 11 октября назад в Цитадель Призраков, где нас вновь будет встречать та самая просто жуткая и обожаемая лично мною Цитадель. Я скучаю по ней каждый год в течение всего года. Так что да, готовьте все свои запасы вещей к Хэллоуину. Жуть возвращается. 18 октября приедут заколдованные лошади, которые были вдохновлены двумя ведьмами Сив и Пи. Ну а также эти лошадки привезут еще и друзей питомцев Фена и Бурю. Гамбит Наездника тоже возвращается. Участвуйте, если вы готовы мчаться быстро-быстро и получать ежедневно очень много опыта. 25 октября, день Дон, ведьма уже тут. Проверьте себя в новом задании Гамбит Ведьмы. Отправляйтесь за сладостями и с озорными духами. А еще все могут изучить покрытое мраком прошлое Наездника и Морриган вместе с Линдой. Даже если раньше мы уже проходили эти задания, они все равно нам доступны. Волшебные лошади данного месяца станут Дорха и Солос, которые вернутся аж на целых 5 недель. 1 ноября. Заблудшие призраки. Распорядитель обнаружил, что 7 призраков застряли где-то на Юрвике. Нужно помочь им вернуться в Цитадель Наездника. Ну а также будем продолжать изучать историю Наездника Томпсона и Морриган и узнать их трагичный финал. Это все новости на сегодня. Я надеюсь, они вам понравились. Я лично безумно жду наконец-то Цитадель Наездника, так как я обожаю Хэллоуин. Это мой самый любимый праздник в Star Stable Online. Поэтому жду его с нетерпением. А вы? Напишите в комментариях, какое из этих нововведений или грядущих обновлений вы ждете больше всего. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в Хэллоуине!